Друзья, с вами, как всегда, я, Илья Геймплей. В этой серии я вам покажу, как пройти парк. Самая первая локация, на которой, ребят, мы появляемся. Сейчас я вам покажу, как ее пройти. Так, да, ребят, я выключил интернет. Вначале, ребят, вам нужно будет спрятаться под кровать. Клоун пройдет, оставит ключ вот в этом шкафчике. Забираем этот ключ, идем к этой двери, которая заперта. И после этого этим ключом открываем эту дверь. И выходим, ребят. И вот, Death Park. Здесь написано, это название игры. Есть, ребят, вторая часть. Так. После этого, ребят. Так, собираем билетик. Там будет, да, у нас будет клоун. Идем к поезду. Да, ребят, у нас здесь все в крови. Идем к поезду. То есть, вот сюда вот идем, вставляем нас билет. Конечно, у нашего героя такая прикольная прическа очень. Вот, вот здесь, ребят, и вот здесь у нас будет доски. После этого идем вот в кое-какое место. Сейчас я вам покажу. Вот сюда вот. Здесь у нас будет мостик, на котором не будет досок. Вставляем эти доски, забираем просто бутылку с водой. Идем, ребят, к конякам. Вот здесь у нас, ребят, будет, кажется, что это скрыто под кровью, ребят. И мы, ребят, используем нашу воду. И здесь, ребят, код 3578. После этого идем, ребят, вот и наш клоун. Он нас не будет видеть, так как я решил показать вам на режиме призрак. Идем, ребят, вот здесь к концу двери. Вот, ребят, вот после этого нажимаем вот сюда. Ввел код, все. И мы, ребят, нажимаем на кнопку. Все, ребят, я прошел. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.